Читаю сейчас канал доктора Бонова. Там пишут, что РДК надувной ворует воинскую славу, выложив ролик рейда формат 18, выдавая за свой рейд. Тогда еще пишут, что вместо работы они сидят на стримах Уберчма. Где это на канале доктора Бонова? Я подписан на Бонова, я такого у него не видел, если честно. То есть это как бы, ну... Ну, это прикол какой-то, наверное. Я не в курсе этих деталей. Не знаю. Не знаю. Вброс, наверное. Это, скорее всего, пытаются поссорить какие-то движухи, причем поссорить через мой стрим. Не надо этого делать, не получится. Так. В комментариях пласт посту, так в комментариях что угодно можно написать. Я не буду никак реагировать. Это вброс, причем я думаю, это вброс не со стороны Бонова там или Урагана, а со стороны каких-то третьих лиц. То есть я даже реагировать никак не буду. И призываю никого никак на это не реагировать, конечно. То есть это просто какие-то рандомные хуи в интернете что-то срут. Пытаясь поссорить движ формат 18 и РДК. По крайней мере, я так это вижу.